Всем привет! Еще одно небольшое видео по Wizarding Mystery. И сейчас посмотрим. Тут добавился новый герой, новый ивент. Ну, в общем, по традиции, как обычно, смотрим. В такой тематике сейчас будет ролик. Знаю, что многие задают вопросы по различным играм, проявляют активность. Стараюсь всем ответить, никого не упустить. Ух ты, смотрите, 5000 алмазов дали. Вот, поэтому не стесняйтесь. Насколько знаю по проектам, настолько отвечу. Ну, естественно, в рамках дозволенности глупые вопросы тоже задавать не надо. То есть, если считаете, что можете на них тоже ответить, или подчеркнуть из роликов, где я показываю какие-то моменты, может быть, в них ответы есть в этих роликах. Вот, конечно, все помнить невозможно по всем играм, поэтому извиняйте, если я как-то не конкретно отвечаю. Вот такой вот Лили Роуд, новый персонаж, можно его будет попробовать получить по помощью призывов. В принципе, мы ее можем получить, у нас 192 этих призыва. Загарантированно надо 120, да? Экстра. Ага. Ну там экстра invite points, все дела. Здесь у нас, чтобы купить цветы. Ну видите, да, сколько надо этих всех действий произвести. Свитков призыва у меня очень много набралось. Будет ивент скоро, обязательно глянем. Здесь какие-то нам бонусы зачислились. Не знаю, с чем это связано. Ну и, собственно, ивент. Смотрите. Значит, тут можно квестовские собрать ништячки различные. Там улучшением вещи, прочее. Так, случайно прервалась запись, поэтому сейчас загрузимся заново, продолжим. У вас это на видео будет в секунду, так просто склейка, у меня это прошло несколько дней. Вот, решил сейчас все-таки, вот во второй части сейчас загрузится, вам все это показать. Значит, что я вам хотел показать, собственно, сам ивент, вот он. Он представляет собой, ну, некую такую монополию, где кидаешь кубик, получаешь приятный подарок. Сейчас я вам это покажу. Как это выглядит? Ресурсов здесь дают просто уйму, сразу вам говорю. Я уже тут прошел до определенной локации. Сейчас вам покажу эту локацию. Вот. Уже, видите, собрал несколько раундов. То есть сейчас на четвертом, получается. На четвертый перехожу. Сейчас нахожусь на третьем. Ну, видите, какие награды здесь. Значит, что из себя представляет раунд? Это полное прохождение вот этой вот поляны до флага. Вот. Complete раунд. Получаем награду. Заходим сюда и получаем тоже награду. 10 сундуков с ресурсами. Двигаемся дальше. Ну, как можете заметить, очень много дают призывов. Очень много. То есть практически здесь, ну, колоссальный набор. То есть вообще один из самых, наверное, топовых, лучших ивентов за последнее вообще время. Ну, за все время, наверное, как я играю, но не за все время, сколько здесь народ сидит. Потому что я иногда думаю, как нам народ столько напрокачивал, столько навыбивал. А вот вам ответ. Вот этот ивент. Значит, до того, как запись, вернее, после того, как запись прервалась, я здесь накидал кубиков, наверное, 80 уже. Ну вот имейте в виду, сколько это надо, чтобы здесь пройти все это. Локации. Здесь, конечно, кубиков тоже дают очень много за выполнение миссий. Ничего я не покупал. Ну и понятное дело, что
такими темпами мы сейчас, может, и заполучим какого-нибудь нового персонажа прикольного. Ну, либо призовем, либо еще что-нибудь сделаем. Вот, ну, призывы здесь в достатке у меня. Раскрутился, так скажем, в этой игре уже. Играю, между прочим, третий месяц. Получается, третий месяц сейчас идет. Ну вот, почти сотый уровень за 3 месяца. Кто спрашивает, насколько быстро можно развиться без донатов, без вложений. Потому что, еще раз повторю, я сюда ни копейки не вложил. Ну, понятно, что я иду по сравнению с топами сейчас не на самом высоком уровне. В плане и ресурсном, и силы персонажа. Но все упирается, опять же, в повторке, в копии. Кстати, кому интересно, могу сейчас на секунду выйти и показать вам, ну, наличие вон 297 гарантированных красных. Сейчас вам покажу, сколько у меня по призывам набралось, кидая вот этот кубик. Сейчас просто обалдеете, я вам говорю. Ну, кто первую часть смотрел. И теперь смотрите, во-первых, обновился здесь герой. То есть в первой части видео был совершенно другой. Сейчас новый персонаж. Так. И цените, смотрите внимательно, сколько сейчас будет у меня призывов. 311 здесь. И вот здесь 610. Вы представьте себе, 610. И 352, это, как сказать, событий, ну не событийных, а героев, которые расовые. О, это расовые призывы. То есть, ну, прикидывайте, да, сколько это. Это можем на какие-нибудь там круглые числа, там 650 подписчиков, допустим, будет. Добьем, когда воспользоваться вот такой вот темой. Как думаете, пойдет, не пойдет? Вот. Ну что, давайте добиваем. Добиваем крутейший ивент. Здесь можно, кстати, прощелкать, знаете как? Можно сразу вот так вот на юз нажимать несколько раз, и он сразу заюзает все. Здесь можно так схитрить, знаете. И он потихоньку будет продвигаться. Персонажи дают. Ну и все, потихоньку вот дошли, добежали, так сказать. Далее давайте двигаемся. Двигаемся далее. Нету осяки. Да. Нету осяки. Нету осяки. Нету. Ну вот, все, что я вам хотел показать. На этом будем заканчивать. Такой вот домашний видос получился. Я его склею в единый. Ну и буду рад, если как-то его поддержите. На этом все. Всем спасибо и пока-пока.